Во Владимирской области за сутки выявлено еще 324 зараженных коронавирусом, на 3 меньше, чем накануне. Суточная заболеваемость сохраняется выше уровня в 320 человек. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 68 650. А в лидерах по приросту по-прежнему Владимир – 71 заболевший за сутки. Вчера прибавка составляла 72. Всего с начала пандемии в областном центре уже 16 068 зараженных. Летальных исходов 5. На 1 меньше, чем накануне. Общее количество погибших от новой заразы уже 2364. Число выздоровевших сегодня 79. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 53 571.